Кино-арт, объединяющий сразу несколько направлений в искусстве, набирает популярность среди начинающих постановщиков. Впервые фестиваль прошел в Шымкенте в 2014 году. За это время десятки молодых режиссеров успели представить критикам свои картины. Кино-арт заметно вырос. Изначально пилотный проект теперь доказал свою актуальность. За 3 года областной конкурс стал собирать таланты со всего Казахстана. На этот раз в фестивале участвуют не только шымкентские режиссеры, но и их коллеги из Алматы, Семея и Кызылорды. На суд зрителей были представлены 9 короткометражных фильмов. Участникам фестиваля предстояло выбрать одну из 10 предложенных тем. 10-минутные короткометражки должны были успеть вызвать у зрителя чувство патриотизма, возвысить такие человеческие качества, как справедливость, честность и смелость. Судьи оценивали киноленты по нескольким критериям: режиссура, актерское мастерство, идея фильма и декорации. Один из тех, кто решил побороться за главный приз, Кайрат Бакышев. Режиссер сам написал сценарий для собственного фильма «Керуен Жол. Караван дорог». В настоящее время общество делится на 2 типа – богатые и бедные. Я хотел рассказать, что не важно, какое у нас материальное положение. Главное, что мы живем в независимом Казахстане. Однако киноленты соперников оказались удачнее. По итогам кинофестиваля были объявлены обладатели призовых мест. Первое место занял Казбек Убайдин из Шымкента с картиной «Найди себя сам». Второе – режиссер из Алматы Каракоз Рахымбаев. Его лента носит оригинальное название «Сумка». А третье место досталось студенту Шымкентского медицинского колледжа Араю Эсербаеву. Его фильм называется «Решение».